Всем привет, меня зовут Игорь, и сегодня я расскажу вам о еще одном двухподвесном детском самокате от торговой марки Best Scooter. Самокаты представлены в трех расцветках, как для мальчиков, так и для девочек. Данная модель прекрасно подойдет для поездок по городу. Благодаря своей конструкции ваш ребенок не почувствует мелких неровностей и насладится комфортной и плавной ездой. Поговорим о его характеристиках. Рама самоката выполнена из сплава алюминия с ребрами жесткости трубчатой формы и имеет два амортизационных блока – передний на руле и задний, который располагается под основанием. Руль металлический, фиксаторами и дополнительным зажимом для большей надежности. Грипсы выполнены из качественной резины. Высота его регулируется в трех положениях – зажимом из алюминия. Самокат оборудован большими ПУ-колесами на пластиковых дисках с подшипником ABX 7. Их размер 20 см и жесткость 82А. Максимальная нагрузка на самокат – 100 кг. Важное замечание. Пластик ПВЦ, как более дешевый и некачественный материал, в производстве покрышек для своих колес торговая марка Best Scooter вообще не использует. На деке находится грип-тейп – нескользящая наклейка наждак с принтом торговой марки. Все самокаты оборудованы новой системой складывания. Ее преимуществом является то, что при нажатии рукой или ногой на кнопку педаль, предварительно отпустив зажим, самокат легко складывается. В таком положении самокат легко транспортировать. Дополнительно на руле есть ремень для переноски. Это удобная вещь, которая пригодится каждому. Роль тормоза выполняет заднее крыло из алюминия на пружине. Для удобства на всех самокатах установлена съемная подножка. Поставляются самокаты в оригинальных картонных коробках с эксклюзивным дизайном торговой марки, полностью собранные. Такой самокат будет радовать вашего ребенка и прослужит ему очень долго. Ну а на этом у нас все. С вами был я, Игорь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!